В Орске состоялся первый этап Кубка области по боксу на призы президента Федерации. На Орском ринге собрались наши лучшие бойцы в возрасте 15-16 лет, призеры окружных и российских первенств. 56 боксеров из 4 команд. Центр – Оренбург и Краснохолм, Юг – Солилецк с Акбулаком, Запад – Сорочинск-Бузулук и Восток – Орск-Новотроицк. В формате стенка на стенку в первый день турнира фавориты одержали уверенные победы. Боксеры центра со счетом 27-10 победили соперников с Юга, а восточники также доминировали над западниками 26-1. А вы лично за какую команду болеете? Ну, как думаете? Я же президент Федерации бокса области, и у меня предпочтение только лишь в части сильнейших боксеров. Я их вижу, я их сегодня вот смотрел, вот первые две команды, которые сейчас выступали, и я доволен, что те, которые у нас входят в состав сборной команды Оренбургской области, они подтвердили свое право называться сильнейшим боксером Оренбургской области. Проигравшие в первый день бились между собой, и Запад взял верх над Югом. Встреча же лидеров удалась на славу. Никто не хотел уступать, и с минимальным перевесом 22-20 центр выиграл у Востока. Проводится соревнование, данное соревнование с целью, во-первых, получения опыта, приобретения такого опыта. Мы проведем три этапа, и финальный этап это будет в Оренбурге, именно в начале ноября, где каждый спортсмен получит индивидуальный приз, получит будут командные призы. Летом в рамках Кубка пройдут матчи в Солилецке и Бузулуке, и решающий этап – осенью в областном центре. Программа правительства Оренбургской области по развитию физической культуры, спорта и туризма в 2017 году выполнена. Об этом шла речь на итоговом заседании коллегии спортивного министерства. Присутствовали руководители министерства и комитетов, спортивных федераций, клубов и обществ, органов управления физкультурой и спортом, заместители глав городских округов и муниципальных районов. Все обязательства правительства Оренбургской области по развитию физической культуры, спорта и туризма в основном были исполнены. Создавались условия для проведения физкультурной работы, совершенствование системы массового спорта, обеспечение подготовки спортивного резерва, повышение результативности спорта высших достижений. Губернатор области Юрий Александрович Берг в своих выступлениях неоднократно говорил о необходимости вовлечения в регулярные занятия спортом возможно большего количества оренбуржцев. Поступательное движение по этому направлению имеется. В спортивных секциях, клубах, организациях занимается более 660 тысяч человек, или почти 35% жителей Оренбургской области. Регулярными физкультурно-спортивными занятиями охвачены более 208 тысяч школьников и студентов, или 71,3% от общего их числа. Создано 467 школьных и спортивных клубов, где занимается более 70 тысяч детей. Охваченных спортом в области за год стало на 30 тысяч человек больше, их число увеличилось в 37 муниципальных образованиях области. Постепенно работа на здоровый образ жизни, на занятия спортом возвращается. За прошедший год было проведено более 20 комплексных спортивных мероприятий, в которых участвовали более 260 тысяч оренбуржцев. Это Оренбургская снежинка, фестиваль рабочего спорта, спартакиада «Динамо», спортивное долголетие, Оренбургская сударыня, спартакиада госслужащих, лиц с ограниченным возможным здоровьем, армейские игры и многие-многие другие. Состоялись всероссийские массовые мероприятия «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», «Российский азанов» и «День самбо». Развитие массового спорта становится основой для спорта высших достижений. Важным звеном является спортивные школы. Их сейчас 85. Имеется 414 отделений по 43 видам спорта, где занимаются 62 тысячи ребят. И в то же время, с 2013 года отмечаем стабильное уменьшение количества воспитанников спортивных школ. Необходимо остановить этот процесс. В текущем году прошу заместителей глав администрации районов и городов, руководителей спорткомитетов обратить самое пристальное внимание на эту проблему, провести анализ состояния дел и не допустить по итогам года снижения числа занимающихся спортивных школ. На заседании коллегии были подняты вопросы работы спортсооружений и спортшкол, развития комплекса ГТО, подготовки резерва и своих тренеров для команд-мастеров, организации комплексных спортивных мероприятий. К этим темам мы еще вернемся в одном из наших следующих выпусков. Анатолий Юденич, Константин Воробьев, Дмитрий Мельник. Новости спорта.